праздником. Наконец, состоялась очередная юбилейная выставка всех нас. Это приятно. И очень хорошо смотреть на всех вас, которые пришли сюда на концерт, на всех, кто сейчас сидит у экранов телевизоров, и вообще на все, что происходит на свете. Доброй ночи! Ансамбль этнической музыки «Трилистник». Это поверьте, было... мы видим друг друга впервые в жизни. Это был ансамбль «Трилистник». Каждое имя, как сказка Петра Трощенков,
Юрий Николаев, Наиль Кадыров, Михаил Файнштейн и будетлянин свободной страны Андрей Романов, который, видимо, в самом деле чего-то не сделает здесь. Ну, там видно будет. Даже строгий рыба плясал, как тетя Нейджеров вместе взятых под группу «Тресник», а сейчас...